аж скромный труд цены не знает, ни с чем он не сравним, и все с любовью величают вас именем простым. Любимые наши учителя от учеников наших классов, поздравляем вас с праздником! Желаем здоровья и чтобы ученики вас слушались. Мы желаем, чтобы вы дружили со своими учениками и коллегами. Желаем творческих успехов и тепла вашему дому. С праздником! Учитель, кто его не знает, простое имя это, что светом знания заряет живую всю планету. Дорогие учителя, от лица всех учащихся 21-й школы мы хотим поздравить вас с этим замечательным праздником, с Днем Учителя. Желаем вам побольше послушных учеников, которые будут радовать вас. Крепкого здоровья на долгие годы. И самое главное – терпение. Вы провели нас по дороге знаний, отдав нам много силы и труда. А сколько приложили вы стараний, чтобы мы учились хорошо всегда. Дорогие учителя, мы поздравляем вас с этим замечательным праздником от лица всех старшеклассников. Учитель – это не просто работа, это призвание, это бесценный труд и сумасшедшее терпение. Мы все это прекрасно знаем и понимаем, и именно в этот день хотим сказать вам спасибо. Желаем вам крепких-прикрепких нервов, солнечного настроения, безграничной удачи и моря любви. С праздником! Вы научили нас писать красиво, решать задачи, хорошо себя вести. Всегда спокойно, чутко, терпеливо. И каждому подход сумели вы найти.